1 июля следующего года субъекты малого и среднего бизнеса должны будут перейти на новые контрольно-кассовые аппараты, способные передавать электронные чеки в налоговую службу в режиме онлайн. Исполнить это требование предпринимателей обязывает закон о применении контрольно-кассовой техники. В нем прописано, что уже с 1 февраля следующего года прекратится регистрация контрольно-кассовых аппаратов, которые не отвечают новым требованиям. Модернизировать старые контрольно-кассовые аппараты или приобрести новые предприниматели должны будут до 1-го. Продавец при покупке пробивает чек, и в момент расчета документ попадает в специальную систему, где он доступен налоговикам онлайн. Несмотря на то, что теперь все чеки будут электронными, обязанность продавца, применяющего контрольную кассовую технику онлайн, выдать документ на бумаге не отменяется. Новые требования к применению контрольно-кассовой техники направлены на легализацию рынка товаров и услуг, сокращение теневого оборота денежных средств, на защиту прав потребителей. Кроме того, закон призван обеспечить выявление фактов сокрытия и занижения выручки. Налоговым органам новая система позволит сократить количество проверок. В настоящее время представители инспекции учатся пользоваться новой онлайн-системой. Во-первых, уменьшится бумажный документооборот. Мы будем видеть сразу уже все данные по налогоплательщику, то есть стыковать уже со своими данными, которые у нас имеются. Плюс для потребителей. Многие сейчас пользуются онлайн покупками, и для того, чтобы не ждать чека, можно получить его на электронную почту. Помимо предпринимателей, правила коснутся в целом всех компаний, рассчитывающихся с покупателями с применением контрольно-кассовой техники.